Вот всю дорогу, пока я еду из Питера, погода именно такая. То солнце, то дождь, то сильный дождь, то ливень, то опять солнце, разве что только снега не было. Вот мы почти въезжаем в Карелию, а Карелия у нас, как известно, ну, метка российского автоспорта. Без малого 30 лет здесь проходит Трофи Рейд Ладога, это у нас оффроуд и другие оффроудные мероприятия. До появления Егора Драйв здесь проходил этап чемпионата России, Кубка мира по ралли-рейдам в Вяртселе. Ну и, естественно, классическое ралли, куда я еду. На пятый этап в Лондон-Похью на ралли «Белые ночи». Все куда-то торопятся, место ищут, потому что через 10 минут закроется спецучасток для движения, будет квалификация. Ну, сегодня квалификация для 13 экипажей, а вообще за эти дни будет всего 3 секции, 10 спецучастков. Но я вам хочу сказать, что Рубикон, спецучасток, я уж не знаю, новый он или не новый, но он как минимум очень красивый, с точки зрения съемки прям фотогеничный, да нельзя. Вот, посмотрим, что там получится, не знаю, как с точки зрения пилотирования, но мне кажется, он быстрый и очень рулежный. Вообще, я завидую пилотам, неважно там, топовые или ты едешь там последние, еле тащишь, все это круто. У меня, конечно, есть маленький опыт пилотирования, но, правда, штурм у меня был так себе, Женя Загороднюк, по-моему, да, такая фамилия. Угу. Вот, но он вообще, так сказать, сказал, что моя участь, это все-таки тележки с универсама, не более того. Хорошо, идем. Я шлем не одел, подожди. Ага. Куда теперь-то? Оп, сюда, 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 направо. Ну, зато сейчас он ездит в команды ВРТ, и так ему и надо за это. Ага. А вообще погода, ну, утром видели, да, шел сильный дождь, сейчас все распогодилось. Пыли нет совершенно. Вот мы жалуемся, что пилоты жалуются, что ничего не видно, пыль. Мы жалуемся, вся аппаратура в пыли получается. А вот на самом деле, вот сейчас вот подмокло все, и картинка, ну я скажу так, плоская и неинтересная. Пыли явно не хватает. Конечно, пилоты со мной не согласятся. Thank you.
Ну что ж, гонка перешагнула через свой экватор, как говорится. Это у нас пятый этап из восьми. В абсолюте лидирует Клим Гаврилов. У него 4 победы из 4 возможных. Ну, если вас интересует положение пилотов в других зачетных категориях, я вам советую почитать очень интересную статью на сайте промоутера. Там прямо такие расклады, математические, всякие другие. Есть одна очень интересная новость. Вернее, может быть, их больше, но это точно самое интересное. В гонке принимает участие экипаж Андрея Жигунова и Теро Ганесянса. Уж не знаю, что они приехали тряхнуть стариной или там, не знаю, отобрать очки у Клима Гаврилова. Может, просто покататься в свое удовольствие, но на прологе они зажгли. Посмотрим, что будет в гонке. Хочется пожелать им, искренне хочется пожелать победы.